Всем привет, дорогие друзья, с вами Промикс, и мы продолжаем проходить Star Wars Republic at War за Империю, и в этой части мы продолжаем истреблять Конфедерацию, продолжаем уничтожать и выносить за пределы галактики, или вообще, чтобы она вовсе не появлялась на пределах пространства нашей галактической Империи. В этой части мы постараемся захватить вот эти две планеты. Но сначала нам придется отбить атаку вот этих вот, вот этого флота. В предыдущей части мы захватили Файрос, Айтен 2, Курлак и Кариду, что, впрочем, это очень много. Сейчас мы будем освобождать путь, также еще помимо завоевания вот этих двух планет, попытаемся освободить и пробить путь к Дантуину и Явин 4. Я думаю, как раз тут... Нет, не хватит, походу. Вот сюда он может пойти, а сюда нет. Значит, нам надо еще и Майгиты захватывать. Ну что ж, это будет не очень просто, но... Для начала Файрост. В предыдущей части мы захватили Файрост. Это была самая долгая миссия, наверное. Но мы не успеем. Девять. Сто. Все, отлично. Мы успели построить станцию. Это замечательно. Иначе бы они напали, хотя там у них все равно небольшой флот был. Но я знал на самом деле, что там наземные войска, потому что... А что там еще могло быть? Полное поражение сейчас терпит Конфедерация, и... Сейчас нужно ей выходить из кризиса, а не мне. Я уже вышел из своего кризиса. Это было в пятой части, когда мы захватили три планеты за Салостом. Операция, названная Операция Трипла. Ну, кстати, отличненькая такая. Отличная туманность, очень красивая. Так, рвет. Ну, замечательно просто. Мы сразу отправляем туда. Так, еще одно. Лично прислали. Давайте побыстрее. Upgrade complete. Мы как раз апгрейдимся, все отлично. Ага, вот и они. Да мы сейчас выгоним. Все. Хорошо. Так, тут что у нас? Делаем дальше станции. Делаем дальше станции. Здесь вообще-то хотелось бы криллианские корветы построить. Ну там скейты не моди будут нападать. Ну и ладно. Так, на Курлаге строим дальше. Здесь строим дальше. Так. Строим. Так, тут строится. Здесь строим станцию. Вообще везде строим станцию. Потому что это очень важно. Тут кучу винаторов построим. Так, а здесь... Нет, тут не надо. Там нормально все. Хорошо. Освободим от Зери. Но уже нам стоит нападать на Тарис тогда, что ли. Погнали на Тарис. Я, правда, не знаю там карту и все такое. Так, а первая миссия нам стоит идти на пролом сейчас. Так, Адзери, окей. Торговая планета. Full throttle.
Intel says there could be as much as a full battalion of droids down there. It's gonna be a tough job to dig them up. О, мне как раз открыли карту. Ну, спасибо. А, вы отступаете. Молодцы прям. Блин, не зашли. Че ж так, а? Одного только. Они на Антарс валят или куда? Нет, этого мы не узнаем. Так, ну строим тогда. Фандор тоже нужен. Так, Ротана. О-о-о. Ротана, значит. Станция у нас первого уровня. Угу. И что мы сможем сделать? Наверное, ничего. Но нам хотя бы надо уничтожить один крейсер сейчас. На ней, видимо, нападают то ли с Бутавы, то ли с Налхата. Так, мы даже тут никаких апгрейдов не делали. Это очень плохо. Быстрее. Блин, они сейчас будут высаживать своих истребителей и бомбардировщиков. Нам надо... Блин, побольше сил нам надо. Корвет бы нам. Give me a target. Давай. А, вон они. Мы перешли. Так, ну нам все равно, нам надо как-нибудь. Это истребители. Все, нам на это плевать. Блин, сзади, 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 сзади. Давай! Ну. Ну еще немножко же осталось. Ай-яй-яй-яй. Быстрее, быстрее, быстрее сюда. О, корветы. Мы успели. Хорошо, истребители справляются. Куда ты ушел? Нормас. Все хорошо. Давай, давай, давай. Да почему один-то только юнит? Ну, одну протонную бомбу и все. Больше ничего не надо. Умоляю. И... А, у нас нет вообще ничего. Ну все. Дали бы мне лучше столько истребителей, бомбардировщиков и тому подобное. Так, окей. Мы держимся. Нам надо продержаться, пока станция что-то соорудит. Тут мы что-то сделаем. Ой-ой-ой, они там атакуют. Жесть. Ну, ребят. Не подводите меня. Так, не уничтожили. Все. Провал. Так, Саблот уходит. Да давай, уничтожай его. Давай-ка ты вот сюда. Блин! А, так вы чё тут стоите, блин? Give me a target. Thank you. Targeting. I've got a
Так, опять геройствуем. Саболот приходит на помощь. Дайте ему драть, ребят. Ну черт, немножко же осталось, но все хорошо. Давайте дальше что. Ну. Ну ты чё? Блин. Мой ангар. Давай, 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 разворачивайся уже. Адские потери. Ты чё не попал, а? Щи косой, а, да ты киньте. Сейчас еще потеряют цель. Ну, еще немножко осталось, ребят. Блин, совсем все плохо. Все, ура, господи! Ты мне помог. Блин, они там мочат. Надо все. Они, конечно, застают нас врасплох иногда. Может, еще один крейсер? Успеем. Вот он. Давай, 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 еще. Блин. Быстрее сюда ведь. Они сейчас там замочат наших истребителей и все. Отлично. Я даже на больше не надеялся. Ну вы чё? Блин, там закрылся болот просто. А, ну отлично. Удираем. Блин, а он мочит. Да все, вы удирайте лучше оттуда. Вот сюда. Может быть, что-то успеете сделать. Еще чуть полезны. Нам бы вылечиться как-нибудь, я не знаю. Так, ребят, подождем. Он едет сюда. Плывет, то есть. Какая разница? Ну что ж, пополняем. Так, у этого отряда всего лишь один истребитель вообще остался. У этих, в принципе, все нормально. Только одного истребителя не достает. Да вы чё, стойте.
Все, молодцы. Почти без потерь. Так, сейчас он зайдет в астероидное поле. Так, у кого там один истребитель остался? Yes, тебя? General. Все, давай, вали. Yes, надо следить за этим. Yes, Черт, нападает. Yes, так, там... Then, надо отвезти их подальше. Так, ну вон, он что-то неохотно туда залезает. Так, окей. Давай, 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 заходи сюда. А, он обходит, смотрите. Красавчик, типа. Было бы мудро с их стороны не обходить, а напрямик пойти, чтоб я выиграл. Нормас. Так, сваливаем. Так, блин, он проходит. Опа, опа, пошел сюда, красавчик. Все, давай иди дальше. Блин. А, нормас, нормас, все. Все хорошо. Так, они там проходят пока. По астероидам я так выберусь. Надо еще на один заход их отправить по астероидам. Может, тогда и собаот взорвется. Взорвется он нафиг. Давай, взрывайся. Взрыв! И все такое. Должно быть здесь. Я подожду. Блин, это просто самая хитрая миссия, походу. По обороне. Ну что, ты будешь удирать, нет? Удирай давай отсюда. Моя ротана. Моя рыба. Хм. Куда он... А, все, он назад. Назад. Надо его как-то опять спровоцировать. Так, он опять начинает атаковать нас. Вот эту вот штуку нам надо опасаться. Так, этот чувак, походу, будет обходить все-таки. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Кто-то там взрывается, ребят. Опа-на! Плюс один. Да? Нет? Непонятно пока. Блин, уйди. Уйди отсюда. Противный. Свали от меня. Блин, жалко, тут нету турелик. Так, вон он здесь. Давай сюда сваливай. Слышишь? Куда он едет? Слышь, ты не туда, ты попутал, мне кажется. Так, сейчас он приедет, может быть. Так, сейчас провоцируем. Потихоньку все. Ну, не знаю, уничтожили ли астероиды тот крейсер-носитель. Ну, что-то мне подсказывает, что не совсем. Нет, не уничтожили. Все, ребят. Потрачен он.
Ну ладно, печально, но мы старались. Два крейсера хотя бы с собой захватили. Ладно, ждем. Ждем там, что у нас? Тарис. Да, погнали на Тарис. Потом нам надо освобождать блокаду. Явина 4. Окей, ну, с первого взгляда у них ничего такого нету особенного. Окей, так. Вот, кстати, оно уже. Понятно. Погнали. Same drill as before. Scrap every clanker you see. Aye, sir. Delta 62. Сразу же надо уничтожать это все. Affirmative, sir. Got it, sir. Так, свалим немного. I'm on it. Moving into position. Ага, мы его взорвали, кстати, или нет? Roger that order. As you wish, sir. Aye, sir. Yes, sir. You got it. Так, ну хотя бы немножко. Yes, sir. Надо было взорвать. Commencing. As you wish, sir. Так, все, уйди, уйди. Уничтожили, ура. Так, мы не можем строить турели сейчас. Надо, чтобы Сэв восстановился. А, это Скорч, кстати. Скорч. Так, ну давайте, местные жители. Хватит там свистеть. Они похожи на... Блин, на паспорту. Это питерская разборка, блин. Свистят там что-то. Вообще. Погнали. Так, чего нам надо? Надо взорвать только эту, и все уже получается. Погнали побыстрее. Roger that. Yes, sir. Enemies go boom, sir. Нет. Не все. Вот еще. Молодцы. Так, ну у них должны быть казармы здесь, по идее. Но это вы зря. Странно. Куда делись? Может, здесь? Давайте осмотрим лучше. Нет, тут нету. А, вон они. Все, Тарис захвачен. Ну хорошо. Но спешить мы пока не будем атаковать Тарис. Хотя можно и поспешить, что там. Ну, главное сейчас... Ну, он арк строит. Можно потом вот эту вещь построить. Ну, давайте. Давайте нападем. Чего уж. Ага, на Банадан они нападают. Да, и Банадан еще надо освобождать, видимо, потому что там тоже блокада. Они там совсем уже разруливают все. На внешнем рубеже пока что рулит... Конфедерация. Здесь же на ядре рулит республика, то есть империя. Ну, сейчас мы быстренько туда поедем. Сейчас мы вот так вот побреем их. Так, еще мне юнитов. Ням-ням. Ну что ж такое? Сейчас
Что за беспредел творится? Жесть. Просто жесть. Жесть. Одна минута. Офигенно. Так. Поплыли. Understood. На Кариде можно что-нибудь построить. Ведь. Типа вторую станцию, например. Ну что ж, космос. Не знаю, что там с югом еще будет. Нужно освобождать народы Дантуина и Явина как можно быстрее, чтобы было поменьше атак. Чтобы мы свободнее могли двигаться по галактической карте. Ну что ж, прямо как в первой части моего прохождения Knights of the Old Republic. Ого, у вас. Просто разгромище. Все из-за верфи Куата. Удрать ему не дайте. На остальных пофигу. Офигеть. Ну и ладно, фиг с вами. Да. Постарались, конечно. Construction complete. Ну что ж, тащим дальше. Мандалор. Но нет, сначала Датумер. Конечно. Ну чё, по той же тактике. Так, погнали. Нифига ты дурак. Эй! Давай, поехал. Нормас. И так тоже пойдет.
You're not gonna like the outcome. Just like it be. We do our job well. Давай, давай, давай. Тащи. Да ты чё задом-то едешь, а? Дурак, что ли? Yes, General. All power to the engines. Watch the rear. Так, вы валите туда. General, copy that, General. Understood, sir. Prepare to engage the enemy. We've lost a build pad. Right away, sir. On it, sir. We've secured a build pad. Yes, General. Copy that, General. Understood, sir. The only good clanker is a wrecked clanker. We've lost a build pad. Yes, General. These droids are done for. Combat is a clone's natural element. Right away, General. Ну вы очень долго, ребят, нам тащите. Unit destroyed. We're ready for battle, sir. Position is secure. We do our job. Proud to serve you, General. Prepare to engage the enemy. We've secured a build pad. Our position is secure. You can't negotiate with droids. We've lost a build pad. Job well. This battle isn't over until we scrap this last clank firefight. The Seppies better make some more droids. This'll be quick. We've lost a build pad. Right away, sir. Watch for friendlies. We've secured a landing zone. Never surrender. I don't think the general would approve. Right away, General. The Seppies better make some more droids. Roger that, sir. Ну. Watch the rear. We've lost a build pad. Ищите теперь этих тварей. Они наверняка пошли вот сюда. Кто-то из них там прорвался, может. Угу. А ты куда пошел-то? Преследуй их давай. Лол. Куда они хотели свалить? И те, и другие. Так. Не важно сейчас это. Важно сейчас другое. Нам надо построить бац. Но остальное нам денег не хватает. Пока что. Погнали на датомер. Construction complete. Construction complete. Надо их тут немножко. А тут что у них? Construction complete. И сразу разведка исчезла. Ну, понятно. Одно радует, что они перестали на Ивен 4 нападать. И на Дантуин. Бессмысленно, теряя бабла. Так. Экономика. А, да они все еще терпят убытки. Ладно, тут у них вообще плохо все. Давайте сюда сначала. Застань их опять врасплох. Так, ого. Это уже потяжелее будет. Особенно то, что мандалорцы это... Ну, по идее, они ни за кого, но, по идее, они и за конфедерацию, и за республику. А, но в основном, если Мандалор придерживается консервативной политики насчет этой войны, то значит... Sir, you know, patience is a virtue. Да. Да. Я был прав, они за сами себя. Ну, хотя я не сказал, что они за самих себя, но... Все-таки... Ну, значит, и кое-кто еще потерпит убытки от атак мандалорцев. Я не знаю, что мы будем делать. Нам надо искать. Срочно, причем надо как-то искать, где же находится
Сюда вообще опасно идти, если там есть. А нет, нету. Нету здесь турелей. Пожалуй, а что это? Это мандалорское поселение? Очень интересно. Да-да-да-да-да, нафиг пойдем отсюда. Республика уже. Итак. Так, это... Няшно. Ищи давай. И ты тоже ищи. Вполне себе. Но я не думаю, что бесконечно будет. Все, прям вообще. Красавчик. А, там еще есть, кстати. Что-то. Блин, ну почему не abandoned? Так. Понятно. Кое-кто не желает нас видеть здесь. Очень сильно. Это свали лучше. Нам важно найти другое совсем. Нам важно найти, где находится их. Генератор. Так, и пока что... Один чувак кое-как добирается. Нет, он не захватит. Нет, не здесь. Опа-на. Опа-на! Это замечательно. Так, движемся сюда. В срочном порядке просто сюда движемся. Правда, пробираться опять предстоит нам. Ничего страшного, я надеюсь. В этом не будет. Отряд Дельта справится. Надеюсь. Ой, этого вот совсем нежелательно. Да свалите вы оттуда. Вот сюда нам надо, очень. Так, разведка справилась просто замечательно. Так, где же? Давай, врубай. Ой-ой-ой, а близко ведь, очень. Ведь очень близко вот эта вот хрень. А знаете? Да давай же ты, а! Не бесконечные же мы. Все, фух, справились. Неужели, блин? Ух. Все. Врубаем их. Так, дело за малым. Так, у них генератор щита еще есть. Вот и Малдалор, кстати. Цивилизация, так скажем. У нас есть станция, так что переживать не за что. И там мандалорцы мне помогли, видимо. Или что мне там помогло? Не знаю. Так, можно отключить пока. Так, ого-го, там. О, да тут дроиды потрепанные. Интересно, почему они казармы не строят? Строят что-то другое. Но зачем? Блин, не удери только. Все, нормально. Немножко осталось. Оба-на. Очень интересно. Sir,
that. Roger that order. Yes, sir. Commencing. Да, как ни странно, война пришла на Мандалор. Все, давайте. Ой, так мы не всех уничтожили. Вот их казармы. Ага. Все-таки построили. Я думаю, их там еще ждет мандалорцы. А какого фига они не смогли сюда пробраться вот так вот? Блин, я... Наверное, протупил. Так, и где вы? Наверняка куда-то спрятались. Теперь сидят там. А, так вот, они здесь еще. Кстати говоря. А ты ищи, давай. Давай, 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 иди сюда. Я вот не знаю, может их мандалорцы все-таки уничтожили. Может они как-то протупили. Странновато. А, вот здесь еще. Окей. А, эти бараки еще искать. Вот здесь еще есть. Давайте сначала вот здесь уничтожим. Open fire. А, это батл-дроиды там засели. Успеют, нет? Вообще, этот юнит очень классно свою работу сделал. Остальные как-то попались. Все, ребят, Мандалор захватили. И туда посылаем флот. Ну, я думаю, мы быстро справимся. Даже пока можно построить всякую фигню. Ну чё, мы близко. Давай. Пали. Standing by. Understood. Acknowledged. Day won't come when the droid army can outfight us without a 10-to-1 advantage. Yes, sir. Ready for your orders. What is your order? Yes, commander. They're coming in fast. Standing by. Initiating attack. Да, вот они. Yes, commander. Concussion missile launcher. О, выстрел. Ready, sir. Нет, 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 пусть он не удерет. Очень важно, чтобы он не удрал, ребят. Он удерет, походу. Ну какого фига, а? Прикиньте, удрал, вообще офигеть. И ведь смог. А куда он удрал? А, отлично. Прям вообще супер. Форест. Ну и нафига? А, и замечательно, и ты в астероидах. Не двигайся. Всем стоять. Yes, sir.
Ready for your orders. What is your order? Yes, Commander. Standing by. Check your weapons. We've got incoming. Так, обходим. Уничтожаем двигатель. Все, не уйдет. Ready, sir. Confirmed. Right. Yes, стой! Не двигайся, тебе нельзя. Они там сами справятся. Roger. Ну все, хорошо. Building started. Building started. Угу. Tactical battle imminent. И они на Кариду напали такие. Ай-яй-яй. Right away. Это очень опасно. Так бегать туда-сюда. А, кстати, у нас еще и Ренвар заблокирован. Ему некуда деваться. Вообще некуда. Чё, мадафака? Бич! Два. Их там два. Ready for orders. Yes, sir. Ready for your orders. What is your order? A day won't come when the droid army can outfight us without a 10-1 advantage. Ready for your orders. What is your order? Yes, commander. Standing by. Ready, sir. Погнали. Ready for orders. I've got my approach vector. Сюда давай. Двигатели первым делом. Так, они сейчас сваливать начнут еще. Так, сюда двигатель. Все, уходите. Ну чё тупишь? Всё, хорош. Теперь ему дирать вообще невыгодно. Нифига себе, два генератора щита, ребят. Какого фига? Вот это да. Справа и слева. Два генератора щита. Ха, прикольно. И два ангара. Initiating attack. Yes, commander. Confirmed. Right. As you will. Will do. Commencing attack. Initiating attack. Yes, Commander. Stay in formation. Confirmed. Right. As you will. Let's show them how it's done. Will
do. I've got something. Unknown, sir. What is your sure. order? Tucker on five. Way to come out of bed, over. Commencing attack? Get him off! Initiating attack? Yes, Commander. We need help out of it. Stay in formation. It's not looking good, sir. Encountering resistance. Confirm. Request right. immediate assistance. As you will. Tucker on five. Waiting for Mother Bird. I'm over. With I'm with you. Thank you. Right forward. Away. Thank you, sir. Will do. Commencing attack. Офигеть. И стреляет ведь на дальнее расстояние. Initiating attack. Yes, Commander. Confirm. Right. Ну, красавчик. As you will. Я рад за тебя. Will do. Давай тогда быстрее. Сам уничтожь свои корабли и все такое. Окей. Building under construction. Ну что, тогда подождем. On my way. Construction complete. Погнали на Датумер уже. Там братья темные сестры, что ли, братья сестер сказать. Ага. Как-то адски. Но мне кажется. А, во, сестры ночи, да, во. Так, ну чё, они за... Ха-ха! Нет. As you wish, sir. Aye, sir. Сестёр ночей здесь нет. Здесь есть няшные ранкоры! А, ну я... I can do that. Я не помню, где здесь находится генератор щита, но вроде где-то здесь. Точно сказать не могу. Нет, не здесь. В каком-то из этих мест. Вообще база, конечно, ужасная. Че, вам не жарко, что ли? Yes, так, сюда надо поставить. Ня-н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 я
Target's confirmed. Ну давай быстрее. Construction complete. Sir, you know patience is a virtue. Affirmative, sir. This will be easy. Affirmative, sir. As you wish, sir. Aye, sir. As you wish, sir. Delta 62, moving on. Aye, sir. Got it, sir. I can do that. Commencing. Блин, их много. Moving into position. On my way. Roger that. Уходим. Roger that order. Yes, sir. You got it. Yes, sir. Affirmative, sir. Enemies go boom, sir. Got it, sir. As you wish, sir. We've secured a build pad. Aye, sir. Они еще и отсюда приходят. Блин, это вообще адски. Got it, sir. I can do that. I'm on it. I thought you'd never ask, sir. Construction complete. I'll blast them to bits. Moving into position. On my way. On it. Roger that. Ага. Он горит. Yes, sir. Гори, 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 моя звезда. Сваливаем. Зенитку мы построили. Construction complete. Yes, sir. Roger that order. Блин, вообще что-то адски. Это будет последняя наша миссия. I'm on it. Moving into position. On my way. Roger that. Roger that order. Yes, sir. Сваливаем. Нам надо найти срочно просто ее. Yes, sir.
Ага, нашли. Да уж, под таким прессингом. Ну чё, справимся, опа. Сманеврировал я таки. Да блин, достали уже. Это похлеще, чем Фейрус будет. Ура. Ну чё, и получается все? Что у нас еще остается? Так, ну они, по идее, стоят все время где-то на их точках высадки. Да. Ну хватит, но. Ну, я не знаю, что делать дальше. Так, но они должны что-то захватить, я не знаю. Ну, где они могут быть? Ну, не здесь же. И где сестры ночи и все такое? Вот здесь вот транкоры, кстати, должны быть. В клетках, как обычно. Я хочу их открыть. Не, ранкоров нет. Roger that. Roger that. Да, делись. Yes, sir. You got it. Yes, sir. Affirmative, sir. As you wish, sir. Aye, sir. Delta 62, moving on. Got it, sir. А, вот сюда. Мог деться. Я надеюсь, это последний. Все, ура. Сейчас мы космос захватим и все. Закончим. Офигеть, но это было сложно. Ну и тогда мы сможем. А мы сможем. Что-то ты долго слишком там строишь. Building started. И у них там булеварки. Ну, точнее, булварк. А я их так называю. Булеварки. Тяжелые крейсеры. Крейсеры тяжелые. Блин, опять в астероиды прям. Стоим. Делать-то нечего больше. Вот их еще и Провиденс. Выходить-то из астероидов надо. Transmission received. Yes, Commander. We're drawing their fire. Confirmed. Right. Yes, sir. Stay in formation. Блин. Хватит. Ready for your orders. Will do. Нормально все. What is your order? Так, на бульварку пофигу. В принципе, Провиденс нужен. Их два целых. Да, у них тут плацдарм целый.
Затаковали. Наш разрушитель. Не удивлюсь, если даже потеряем разрушитель этот. Yes, блин, а тут их дофига, смотрите-ка. Тяжелые крейсеры ведь, смотрите. Вот, 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 вот сюда. Все, они проиграли уже. Точно. Ого, там поделило на две крейсер. Ого, ты чё в меня палишь, слышь, не надо в меня прям палить. Я сижу за компьютером, мне норм. Не дай бог меня убьешь, с тобой никто руководить не будет. Так, они сваливают, ну и ладно. Молодцы. Ого, там, зашел. Винатор. И этот винатор зашел. Офигеть. Ну, опять же, они очень... Малыми силами удирают. Мы опять только корвет потеряли. И все. Ну что ж. С чего начать-то? С Евина начнем. Все, ребят, последний. Ну, блин. Ну да, надо начать. Хотя, все, хватит. Вот на этом мы закончим, потому что уже долго длится серия. Если вам понравилось, в принципе, видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Промикс, и до скорых встреч!